В модельной центральной районной библиотеке появилось обновленное, уютное, современное пространство для подростков и молодежи при деле. Это стало возможным благодаря победе во втором всероссийском конкурсе программ социализации подростков. Стоит отметить, что Невельская модельная центральная районная библиотека стала первой подобной площадкой в Дальневосточном регионе. Я от всей души поздравляю вас с торжественным открытием вашего подросткового пространства. Очень приятно, что вы были первые. Вы были первые в стране, кто придумал открыть подростковое пространство в библиотеке. Спасибо вам огромное, спасибо огромное вашим наставникам за креативность, за упорство. Большое вам спасибо. Надеюсь, что это пространство позволит объединить у нас детей, которые находятся на всех видах учета. Для того, чтобы они не совершали противоправных действий, поступков. И вместе с вами, с такими талантливыми нашими целеустремленными подростками, вливались и тоже в ваши проекты молодежные. А мы, администрация, будем вас поддерживать. Уютное и солнечное место, современная, яркая и удобная мебель. Все это позволяет чувствовать себя свободно и комфортно. Непосредственное участие в создании уникального интерьера молодежного пространства приняли обучающиеся художественного отделения детской школы искусств под чутким руководством своих педагогов. В работе ребята использовали собственные эскизы в жанрах фэнтези, аниме и комиксов манга. Приятный сюрприз подросткам преподнес депутат фракции партии «Единая Россия» в собрании Невельского городского округа Андрей Семин, вручив директору библиотеки Елене Павловой подарочный сертификат на приобретение настольных игр. Музыкальным подарком для гостей праздника стало выступление воспитанников отделения «Народные инструменты» детской школы искусств города Невельска под руководством Евгения Бармина. Много теплых слов и пожеланий в этот день прозвучало в адрес талантливой молодежи и сотрудников библиотеки, которые с рвением берутся за каждый новый проект и каждый раз успешно реализуют свои самые смелые идеи. Теперь у невельских подростков появилось еще одно место для полезного времяпрепровождения. Добро пожаловать в свободное пространство «При деле». Служба информации Невельских новостей.